Добрый день, уважаемые участники соревнований. Представление спортсменов, выступающих на 19-м открытом Кубке России среди ветеранов, среди мужчин в возрастной группе М40. Весовая категория 62 килограмма. Номер 1. Челышев Александр, Московская область. Номер 2. Федендин Валерий, Московская область. Весовая категория 69 килограмм. Номер 3. Кайшев Алексей, Ставропольский край. Номер 4. Елисов Илья, Томская область. Весовая категория 77 килограмм. Номер 5. Мускафиди Александр, Самарская область. Номер 6. Матросов Олег, Тульская область. Номер 7. Филатов Сергей, Московская область. Номер 8. Кузнецов Сергей, город Москва. Весовая категория 85 килограмм. Номер 9. Кирист Роман, Амурская область. Весовая категория 94 килограмма. Номер 10. Акимов Евгений, Тульская область. Номер 11. Козырев Сергей, Московская область. Весовая категория 105 килограмм. Номер 12. Евдокимов Дмитрий, Ярославская область. Весовая категория плюс 105 килограмм. Номер 13. Чаплыгин Евгений, Курская область. Номер 14. Кущек Владимир, Московская область. Участники представлены. Представление судей. Центральный электрик 2. Бесперстов Михаил, город Самара, судья международной категории. Боковой рефери 1. Фролов Александр, Санкт-Петербург, судья международной категории. Боковой рефери 3. Ананченко Александр, город Челябинск, судья республиканской категории. Судьи и участники представлены. Объявляется 10-минутная... Готовится номер 1. Челышев.
спортивная защита. Вижу, надо что-то правило. Подъем неудачный. Две штанги 67 кг. Подъем защита. Усан Одежда, 70 кг. Номер 6 матросов, результат 2,57 будет на зону. Thank you.
Подъем рассчитан. Вес на 92 килограмма. Номер 8. Кузнецов Сергей, мастерство, как город Москва. 92 килограмма. Второй подход. Готовится номер 7. Филатов. Готовится номер 12, Евдокимов. Номер 9. Денис Роман, Амурский область, 100 килограмм, первый подбор. Готовится номер 3. Кайшев. Номер 13. Чехонин, ПТР, на нашу 35 килограмм, первого подбора. Вес штанги 101
вешал 105 кг. Номер 3, конечно, результат в руке 100 кг. Номер 5 Мустафиди сделал перезаявку на 115 кг в первом подходе. Подъем неудачный. Установили штангу 110 кг. Номер 7 Девлатов, результат в руке 101 кг. Готовится номер 9, Перес. Подъем защита. Две штанги 110 кг. Номер 11 Косарев. Заявка по второму. Номер 9. Перес Роман Мазовский. 110 кг. Второй подход. Готовится номер 5. Мустафиди. Подъем защиты. Номер 9 Перес, результат в руке 113 кг. Готовится номер 11 Косарев. Готовится номер 10, Акимов. Готовится номер 14, Тущак.
Aquí нам сделал предзаявку на 127. Подъем удачный. Установили штанги 135 кг. Номер 10. Акимов, результат в руке 127 кг. Готовится номер 14. Сущак. Чемпион, многократный чемпион мира, представляет Московскую область, 145 кг, первый подход.
Я ж ноги 146 килограмм, 14, пущай. Результат номер 14 – 155 килограмм. Перерыв 10 минут.